День студента в Одинцовском парке отметили по-спортивному. При поддержке Центра физического развития «Спорт Вектор» провели командные состязания. В забеге «Татьянин день» приняли участие более 100 человек. Для спортсменов подготовили различные дистанции. Дети пробежали 300 метров, затем на старт вышли Татьяны. Женщины преодолели дистанцию в 600 метров. В принципе, я люблю бегать со школьных лет. У меня ребенок только что пробежал, и я вместе с ним. И, так скажем, в тандеме семейный у нас такой день. Руководитель школы «Спорт Вектор» Евгения Марченкова считает, что подобные мероприятия популяризируют здоровый образ жизни. Самым массовым и протяженным стал забег на 6 километров. На трассе спортсмены преодолели несколько испытаний. Например, надо было попасть карандашом в корзину. Завершили соревнования церемония награждения. Всем участникам вручили медали и памятные сувениры. Мила Тарасевич, телекомпания «Одинцова».